te danço enchendo. Thank you.
Но свадьба продолжается. Хочу пригласить сюда, в середину, родные тети жениха с матери стороны. Зара. В первую очередь. Есть такая? Ну, конечно. Очень даже рада вас видеть. От души поздравляю с сегодняшним днем. Давайте предоставим слово нашему Арзу, многоуважаемой папаха. Вам слово. Если микрофон в руки возьмешь, слова сами по себе выйдут. На встречу к микрофону. А что сказать, племянник? Дай Аллах им, в первую очередь, здоровья, счастья, благополучия. Чтобы они жили радостной жизнью и много лет. И желаю им хороших и лучших времен. Дай Аллах им здоровья. Смиряюсь. Ас-ночи мата, дурасты мата сунцара. Дал дир албойн, дал бурца албойн, ялла. Сейчас юхалляс, нет. Иманч, исламч, ирсенек бойлцашин. Дала хасрана булашна бертке дюзл хой бойлцаря. За меня старшие сказали уже. Я желаю счастья молодым, чтобы они жили весело, дружно и долгих лет жизни им. На самом деле, браво. Но аплодирует что-то мало и тихо. Вот так должны себя вести активно. Так, дядина жена, это, конечно же, как родная тетя, это само собой. Поэтому, как вас звать? Как? Турмиша. Машаллах, такие имена. Желаю им счастья и здоровья. Дай Аллах им здоровья. Чтоб на этом свете они хорошо жили. И счастливы они были. И дружно.